Итак, снова всем привет. Сейчас чуть-чуть надо приподнять. В общем, что? Когда просим, ну, человека, давайте, чтобы вот так чуть видно было, человека повернуть руку, вот он повернул, ждет, да? Пока что он повернул, мы пока что рассказываем, поворачиваем руку не в свою сторону, а вот в противоположную, до тех пор, пока что не будет похоже, что мы провернули ее как будто на себя. То есть, глядите, вот так видно, да? И вот так. Ну, как? Сейчас, даже вот так. Не сильно проверну. То есть, вот так и вот так. Вообще разницы никакой не видно. Вот, мы ставим вот в такое положение. От себя, наоборот, крутим. Вот, а потом говорю, ну, мол, ты тоже можешь чуть-чуть. И проворачиваем до конца. И это был фокус. С вами был Панкрафт. Меня зовут Ярослав. Пока.